Напередодні новорічних свят чернігівці вже готують подарунки рідним та друзям. Дехто планує зробити оригінальне привітання. Мешканці міста поділились своїми планами та згадали, які найоригінальніші речі отримували чи дарували. Для малышки там книжечки, потом надо будет эти блокноты такие, там где надо записывать, она в первом классе у меня, чтобы с ручкой обязательно, такой шикарный, красивый для девочки, вот, ну там игрушечки она полюбляет, еще маленькая, ну первый класс, вот, а невестке я купила набор серебряные колечко и сережечки, мы любим такие вот. Вот я внучці приготовила будиночок, який клеится, пряничный. Ось, а мені вже які подарунки? На Миколая я лично дарила ребенку книжку Коко Шанель про ее детство. Получаем в подарок тоже очень много книг. Наверное, сейчас это достаточно оригинальный подарок в 21 веке. Я вообще редко что дарят. Свитер очень красивый подарили, который до сих пор ношу, иногда одеваю по праздникам. Ничего такого оригинального не могу сгадать, но какие-то там листівки, какие-то звичайні подарунки, там іграшки, не знаю, щось вітальне, цікаве, новорічне, але такого, щоб щось супероригінального, так не знаю. Зелену корову подарили мені на Новий рік, а там був конвертик з деньгами. Вот зеленая корова была самая тупая корова какая-то в жизни, которая была у меня зеленая. Не могу вспомнить, но даровала. Я, наверное, не так зациклена на материальном все-таки, как на том, чтобы... Я хочу просто, чтобы все у всех было хорошо. И у бездомных животных тоже. Я просто мистер неоригинальности. Чернігівці кажуть, що яким би не був подарунок, завжди приємно отримувати увагу від близьких. А ще краще дарувати радість іншим.